Всем привет, дорогие друзья! С вами Залил, и мы с вами продолжаем играть Dying Light. Осталось совсем, ребят, немного. 84% мы с вами прошли. Сейчас мы идем в клинику. Вот я наконец-то понял, где вход. И, ну, вы сами понимаете, сейчас надо как-то с ними разобраться. Давайте смотреть. Так, взрывпакетов у меня нет. Во-первых, ракетой. Ну-ка, давайте их, может, как-то отведем подальше. Хотя, мне кажется, так и так придется их мочить. У нас патронов до хрена. Так, давайте по одному тогда уже снимать. Вот видите, они уже назад побежали. Чё? Типа, вы чё, нас за дураков, что ли, держат? Надо возвращаться. Там мясо вкусненькое. А здесь совсем не то. Вот это, кстати, колья интересные. Ну-ка. Блин! Ноги чуть не сломал. Бля! Красотка! Нет, спасибо. Чёрт, там еще одна. Так, погодите. Видите, они уже совсем обезумели, жрать хотят. Ну а этот-то откуда выстрелся? Так, давайте вот так вот будем делать. Так еще, бля, тихо. Так, у этой уже головы нет. В принципе, нормально, справляемся. Смотрите, у нас... Ни хрена себе, я подумал, на секунду, что она человек, она говорила, ноу, ноу. Или мне показалось? Бля, тихо. Так, а я даже применю маскировочку. Ах ты, паскуда! Тварь! Паскуда, тварь! Ладно, хватит говорить одно и то же, ребят. Сейчас, погодите. Блин, их наколоть бы. О, один накололся, замечательно. Тихо, ребятки. Браток, как поживаешь? Так тебе и надо. Так, где вход? А, вот он, вход. Блядь! Да вы что, издеваетесь, что ли? Вы, наверное, Крейн. Я вижу вас через камеры слежения. Да, это я, меня зовут Крейн. Воспользуйтесь лифтом. Нажмите на кнопку нижнего этажа. Принято. Так, понятно, я уже слышу, что там будет. Статуэточка. Ох ты. Смотрите, там браток. Конечно, не на нашей стороне, но все же. Меня убьешь или... Ладно, пусть он там сражается. Мы едем вниз. Так. Я что, застрял? А, нет. Тут подзагрузочка, все понятно. На основе исследований Зере у доктора Камдена может появиться реальная возможность разработки вакцины. Угу. Хорошо. Жаль, что так вышло с доктором Зере. Мы с ним были рады возможности изучить вирус Харона. Не говоря уж о том, что в ВГМ очень даже неплохо заплатили. Кстати, мы сейчас на резервном электропитании, так что функциональность везде минимальная. Мне нужна была электроэнергия для последнего эксперимента, но генераторы перегрелись и выключились. Типа, не сходить бы нам и не включить... Энергию, да? Так, и... А, понятно. Что это там происходит? Вы, надеюсь, не против, что я предаюсь воспоминаниям слух? Блин, да это понятно, мы такие жирные, что... А, прошли. Чёрт, да тут что-то случилось. Ой, оружие найдено! Сейчас зомби побегут. Как я и говорил. Блядь, да... Знаете, кого лучше возьму? Вот это оружие, я не могу. Ну, блин, замыленный экран, давай пропадай. Как тут умыть? Как помыть? Вот так вот быстро, чтобы высыхал. Все, замечательно. Ну ты давай, браток, воспоминаниям слух, давай.
Чего я не могу добить-то? Такого я не ожидал. Что я так могу делать? Охренеть. Да, чуть не забыл. Главный коридор открывается только вручную. Дверь. Вам нужно войти в помещение охраны. Повернуть. Уже иду. Ёб твою мать. Там, видите, ключ-карта нужна. И чё, я не могу открыть эту дверь. Так, видимо, где-то здесь, ну... У меня... Смотрите, я не могу нажать... Вот я не могу их обыскать! Ого! Вот это баг, ребят! Ой. Чё-то стены какого-то хрена взрываются. Или чихают, будь здорова, стена. Так, я не понимаю, потому что я не могу... Ничего обыскать. О, девка! Маленькая крыска. Обалдеть. Бедные крысы. Но они-то ни в чем не виноваты. Бедные девки. Ай, бля! Чем меня пугаешь-то? А, вот теперь мы можем удерживать, да. Все отлично. Это хорошо, что на нас напали даже. Так, это прийти дверь. Теперь идите по главному коридору. Лаборатория слева. Ой, браток, прости, но надо тебя убить. Да, ты не хотел как бы мне смерти. Так, знаете, кто должен был нас охранять? Кадыр Сулейман, сам Раис. Блять, вот так и знал. Эй, я ж тебя убил. Что случилось? Где он был? Я что-то даже не заподозрил. Прыгуны. Слава богу, здесь нет прыгунов. Если бы они здесь были, я бы просто охерел бы. Так, где мой автомат? Как он взорвался? Я даже не увидел просто. Так, ребятки, вставайте. Пора вставать, блядь. Ну чё у вас за головы такие? Блин, прострелишь. Ага. Ой, бля. Это мне не нравится. Это мне ужасно не нравится, потому что я понимаю, что будет. Так, через дефекционную камеру вход справа. Это единственный. Но всё изменилось, когда погиб брат Раиса. Раис превратился из человека с чудовищными наклонностями в настоящее полноценное чудовище. Чтобы открыть дверь, надо запустить процесс санобработки. Но ничего не получится без электричества на полной мощности. Вот тут нам нужны... Идите в офисную зону. Когда доберетесь оттуда, я направлю вас дальше. Так. Нас, Зере, должны были перенаправить в безопасное место с помощью агента ВГМ. Ого. Тот агент, который нам помогал, он должен был эвакуироваться вместе с нами. Как мне пройти? Так, теперь будьте очень осторожны. Я не чищал то крыло от мутантов. Мне просто не было надобности там бывать. Я отстал от них, мы разделились, но мне удалось пробраться. Так, здесь я занялся поиском вакцины. А что мне еще было? Внимание, я открываю дверь. Так, надеюсь, не ту ты открываешь, потому что я охерею, если ты ту откроешь. Так, молодец. Зере и тот агент присоединились к Брэккину. Я бы тоже присоединился. Прошу прощения, но единственный путь в машинный зал через вентиляционную шахту. Сейчас полетит, братишка. Тихо. Так, шахта куда-то там ведет. Погодите. Ну давай, рассказывай, что там за еще агент был какой-то. Вот паскуда. Смотрите, как дерутся-то, а. Блять.
Видите ли, у Раиса брат умер. Ну, конечно, и мы начали все убивать живое, понятно. Так, найдите склад. Так, понятно, мы это не можем делать. Ёб твою мать. Ну все, пора молиться, ребятки. Потому что я не знаю, как мы здесь будем справляться. И они видят нас. Вот в чем прикол. Так, нет, так мы только растратим патроны. Ну-ка. Отлично, один умер. Так, баллонники, давайте взрывайтесь. Ага. Вроде как никто не остался в живых. Нет, кто-то воет, какая-то паскуда еще живая, не ты ли? Но пройти не дает! Так, ну ладно, парочка-то зомбарей навряд ли нам составит угрозы. Так, а вот здесь уже как-то, видите, какое-то место не очень хорошее. Это радиоактивное, что ли? Ой, бля, как хорошо. Жопу свою, блин. Подогрели, ну блин, и конечно... Хрена вы, гады. Что такое? Ой, он сейчас съебет. Браток. Так, у нас, кстати, до хрена хп отнимают. Так, смотрите. Нам надо как-то вот найти дорогу. Я вижу, что нам туда надо, но... Блин. Придется. Что делать? Да черт! Да ладно, вы издеваетесь, что ли, надо мной? О, другое дело. Каждый раз нам какие-то задачки задают. Ну тебя-то тут не хватало, мудель. Ладно, давайте. Ну против такого-то, ладно вам. Поближе бы, ну ладно. И так сойдет. Так, что там взорвался? Нет, мало. Мало-мало огня. Спокойно бы он стоял, а? Я могу так продолжать целый день. Все, наконец-то мы умерли. Так, куда нам? Давайте смотреть. Понятно, куда. Так, ну я не могу, не обыскав, дальше идти. Ага, понятно. Оп, вот дорожку нам уже проложили. Что такое? Надеюсь, двух хватит. Отлично сработано. Теперь возвращайтесь в 10-камере. Я думаю, даже если бы у Зере была возможность выйти из карантинной зоны, он все равно бы остался. Они с тем агентом решили, что надо остаться и помогать людям. А что за агент-то такой? 007? Или как? 3-0? Чай. Эй, я ж тебе ноги должен был сломать. Понятно, типа ножки защищают сапожки. Круто. Такие посылочки, бандеролечки.
Инвентарь заполнен, ну и ладно. Так, возвращаемся. Так, теперь мы можем открыть как бы вон ту дверь. Нажмите на кнопку, чтобы запустить процесс. Ой, браток. Блин, жалко, вы не сдыхаете от этого пара. Очень жалко. А нет, смотрите-ка, сдохли. Ну, хоть что-то хорошее. Санобработка. Правда, я даже не понял, почему вы умерли. То есть это, по сути, как люди, и не особого вреда-то не должно было вот эта санобработка им принести. Но они умерли все-таки. Так, давайте смотреть сюда теперь. Блин, чувак, и тебе не страшно находиться вот в такой клинике, полным зомби? Из этого, кстати, могли мы сделать так... Ну, они могли бы такую сюжетку сделать, это вообще охрененную, что надо бродить здесь где-то часов, не знаю, 5-6... Крейн, рад пожать вам руку. Давайте скорее образцы тканей. Док, я покажу вам одну фотографию. Сейчас, сейчас, минутку. Не дай бог, придет сейчас какой-нибудь Раис, и, ну, вы понимаете. Ну, все, процесс пошел, это займет какое-то время, так что вы там говорили? Эй, это он, тот агент ВГМ, о котором я вам говорил. Как же его звали? Амир. Да, да, Амир Кереш, откуда у вас его фото? У нас есть общий друг. Братцы все еще жизнеспособны, это хорошо. При небольшой туре везде... Кстати, а где остальные данные? Я знаю, зря подготовил два пакета. Это мы еще обсудим, док. Сейчас мне надо разобраться с этими... ВГМ Крейн, вы с ним поосторожней. Их публичный имидж лживый насквозь. Это не люди, а бессердечные лживые ублюдки. Понял, док, спасибо. Будем на связи. Так, ладно, хоть доктора не убили, я уже рад. Я уже этому рад. Так, сейчас, погодите. Так, идемте дальше с вами. Свяжитесь с ВГМ. Все, наконец-то выходим. Надеюсь, тут никаких неприятностей мы не встретим. Так, блин. Тан-тан-тан-тан-тан. Доктор, я бы закрылся на вашем месте бы. Как-нибудь поплотнее бы. Все, вот видите, это вот так быстро мы пробежали. А я проходил ее минут 20. Ну да, там двери были закрыты, пока мы... Там. Видите, да, как разработчики могут быстро... Время-то... Наплодить, растянуть. Я встретился с Камденом, он рассмотрел образцы ТТТ, которые сейчас у Раиса. Остальные материалы у Раиса. Вот оно что. Так, хорошо. Так, Крейн, повторяю, с этими мерзавцами из ВГМ надо... Оба уха, вас подставят при первой же возможности. Я знаю, док, я буду начеку, я просто хочу прояснить ситуацию. Да, действительно. Вот, Амир, оказывается, и был агентом, охренеть. Я думаю, кто? Даже не допер. Теперь-то я допер, конечно. Бля. Ну как вообще так возможно? Почему так получается? Ну, ребят, ну я просто не могу понять. Макачи, ну зато смотрите, вот видите. Иногда умирать действительно полезно. Или нет? Где мы появились-то? А, ну, в принципе, да. Ножки сломаю тебе, ублюдок.
черт возьми, ну... Так, тихо. Лучше по балкончику пробежаться. Так. А, еще выше. А, это ж та фигня, понятно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Мудель. Спокойствие. Только спокойствие. Так, как нам тут... Кай. Надо как-то, блин... Черт! А, во! Все отлично. Видите, нашли все-таки путь. Еле как мы забираемся. Это что-то такое. Просто ужасное место. Так, замечательно. Все, Трой, давай связывайся. Трой, я дал образцы доктору Камдену. Теперь мне надо связаться с ВГМ. И что ты им скажешь? Все, встретимся позже, Трой. Это Крейн, как слышно? Кайл Крейн, ты меня слышишь, да? Раис, ты где? Там, где мне и следует быть, на вершине своей башни, хотя она еще и не достроена. Но уже возвышается монументом хаосу, энтропии, единовластному управлению. Я тебя убью за то, что ты сделал, Джейд, вообще за все. Я убью тебя, гад! Я надеюсь, что ты разозлишься. Видишь ли, у нас с тобой война. Война противостоящих философий, в которой и выясняется, чье мировоззрение истина. Иди сюда, Крейн. Иди, попробуй со мной сразиться. Как вы, американцы, любите говорить, слабо тебе или нет? Знаешь что, брось, никакой войны нет. Есть только твои гребаные иллюзии, иди к черту. Ну нет, к черту я не пойду, но из Харана уеду, да. Видишь ли, я заключил сделку с своими собратьями из ВГМ. Кстати, воспользовался твоими собственным переговорным устройством. Им известно, что все данные доктора Зерей теперь у меня. Они называют их ключами к царству. Очень скоро за мной прилетит вертолет и заберет меня отсюда. Представь, сколько зла я смогу причинить, когда выберусь из этих стен. Конечно, если ты думаешь, что сумеешь меня остановить. Ты тупой сукин сын. Я ждал, что ты это скажешь. Давай, найди меня, Крейн. Надо закончить начатое. Так, окей, ребятки. Надо закончить начатое. Давайте закончим. Так, вперед. Доставьте. Сразитесь с Раисом на крыше здания. Блин, только я надеюсь, это будет не очень долго. Потому что я уже не могу комментировать вообще. Так, ой, бля. Надо вообще туда. Ребята, я не хотел вас беспокоить. Честно слово. Стреляют паскуды. Паскуды, тварь! Так. Замечательно. Это как бы безопасная зона, ребят, вы это знали? Ну что, офигели, что ли? Смотрите мне тут. Так. Ага, так погодите, крыша. Блять, крысы меня спалили. Чё, почему не отнимаются КП? Чё такое случилось-то? Очки ловкости плюс 14. Замечательно. Спуститься в канализацию. Черт возьми! Раис заключил сделку с ВГМ, хочет сбежать из Харана с результатами исследования ЗРЭ. Надо его остановить. Да, Раис ждет от меня чего-то такого. Это ничего не имеет. В играх постоянно выигрывает добро, так что все. А вот в жизни, к сожалению, все наоборот. Всегда зло выигрывает. Так что это сказка. Это сказка, это сон. Да, да, я это все вспомнил.
Понятно, где мы? Так, погодите. Бочка вот эта мне не нравится. А почему нас сюда не пускают? Что за фигня? А вот, отлично. Так, туда мы не можем почему-то пойти. А как же нам тогда идти? Стоп, 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 вы здесь. Значит, надо как-то обойти эту всю фигню. Сюда я пробраться не могу. Какую-нибудь дверь, что ли, войти надо. Или вообще там, знаете, спуститься. Тут же есть это. Да, понятно все. Пока никого нет. Я просто рад этому. А, понятно, где мы. Черт возьми. Странно, но зомби тут нету. Хорошо, раз их дых. Ой, бля. Так, видимо, мне поплавать захотелось. Ай, нет. Плавать-то тоже небезопасно, ребята, оказывается. Блин, нет, нет, идите в жопу. Так, тут уже у нас посложнее задачка. Или... Нет, тут надо все-таки так. Видите ли, надо все-таки так идти. Так. Тен-тен-тен-тен-тен. Давайте сюда. Тихо. Блин, ну чё, нормально же. Нет? Надо было так. Хорошо. Блин, мыло вот это, конечно, меня напрягает. Нет, она к месту иногда. Блин, тут, видите ли, это тупичок. Вот. Ой, блин. А видите, сколько зомбаков-то, да? Бля. Это еще типа ночью. Погоня отстала. Нихера себе погоня отстала. Вали, тетка. Давай, чувак, 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 давай. Блин, я даже не знаю, куда я вообще... Бегу-то. Так, тут везде, видите, закрыто все. Надо найти, где решетку обойти. Крысы сзади. Блять. Да ладно, 6 хп. Так, тут тоже не пройти. Черт, вот как. Да ладно. А, я понял, что меня там ударяет. Давай, 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 давай. Поддавайся. Плевать на этих ублюдков. У нас тут времени за горами. Ой, бля. Мы же такой крутой! Впервые мы с вами с Ктулху сразились. Наконец-то его убили. Никогда я не сражался. Оказывается, его спокойно можно убивать. Я думал, ой, он такой супергерой, блин. Супермутант и так далее. Ч
Черт возьми, да идите вы нахер, да чё ж такое-то? Чё мне везёт-то всегда так? Погоня отстала. Типа браток не видит нас. Привет. Давайте уже убегаем отсюда. Да, он заметил нас. Наконец-то, офигеть. Это еще трущобы, черт возьми. Это еще трущобы. То есть мы вернулись в первый город. Рейс заключил сделку, да-да-да-да-да. Это уже мы слышали. Блин. Да, где эти крысы, типа, меня предали. Так, давайте смотреть. Ой, мать вашу, да вы что, издеваетесь? Где он? А, не, он вообще близко, ладно. Я уж думал, все, блин, опять нам идти полгода. Да мы этих тварей не боимся. Уже. Так, спасибо. Так, видите, как... Так. Надо еще приземлиться так хорошо. Вот это нам повезло. Хорошо. Где ты там, браток? Сейчас дойдем до тебя. Как мне идти-то? Только вот не знаю, через это или все-таки можно обойти его. А, нет, обойти-то не получится. Давайте так. А так получится разве? Да, так получится. Там, видите, дорожка уже идет там. Браток, ты как меня заметил-то? Он даже и бегать не умеет. Ищет, говнюки. Выключим свет, вдруг поможет. Так, пока никого нет. Я даже не знаю, стоит ли нам пистолет брать. Зайти внутрь. Так, вы переходите к заключительной части игры. Эта часть проходит в одиночной. Вы сможете вернуться. Да-да-да-да. Вы хотите? Да. Начинаем, ребят. Главный штаб Раиса. Раис заключил сделку с ВГМ и хочет сбежать из Харана с результатами исследования ЗРН. Надо его остановить, да. Раис ждет от меня чего-то такого. Но это ничего не меняет. Не вовремя. Блин. Чую, это нам очень помешает. В этой финальной, блин, схватке. Ой, как помешает. Ну что же, Раис, где ты? Давай, появись. Черт, что за хрень? Я знал, что ты не устоишь, Крейн. Заткнись, не хочу тебя слышать. Что? Слышать меня? Неплохая идея. Вот. Так намного лучше. Когда цари бьются друг с другом, подобает играть оркестр. Черт возьми. Так, ну ладно, чего мы ждем-то? Вот они, исполнители моей воли. Так. Нормальненько так упали. Ни на мусор, ни хрена. Беги, Крейн, беги. У рабов это хорошо получается.
Беги или сдохни. Блин, сейчас бегу. Блин, а тут они... Ни хрена себе их. Блин! Ладно. Ничего, ничего, ребят. Все хорошо. Вот черт. Мясо. Ёбаный ребенок! Сукин сын! Пробел продолжить. Что такое? Видимо, слишком поздно. Да мать вашу! Так, хорошо. Кокошили его. Но это, конечно, поздно. Ёбаный Ктулху. Так, убегаем. Вот вас только не хватало, обычных зомби. Или вы не такие уж обычные? Получай. А, понятно. У нас, видите ли, классные ножки. Хорошие ножки. Черт. Сраный Ктулху, а. Вот это капец просто. Так, 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 так. Немного отдохнуть надо, братку. Блин, там еще один вылез. Так, понятно, нет. Что я передумал? Как идти? Там еще, что ли, ребенок? Ладно, завернуть головку надо, пора уже. Бля! Ну ни хрена себе. Да сколько тут их? Мать вашу. Все, не сможете забрать. Ни хрена они что, внизу, что ли? За мной, что ли, лезут? Нет, слава богу, они упали. Так, 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 немного давайте кольнемся. Черт возьми. Ой, блин, еще! Арена? Твою мать! Впечатляющий выход. Может быть, ты царь. Царь грязи. Так, кстати, у нас, погодите, навыки-то. Ловкость, удар на бегу во время боя, реакция. Используйте метательное оружие или фонарь. У нас, кстати, фонарь же есть, я так и не использовал. Оглушает врагов, которого вы перепрыгнули. О, берем! Берем, это классная штука. Вот Крейн. Прими подношение царю. Какое подношение? Ладно. Ты меня не убьешь. Ты меня не победишь. Ты меня даже не достанешь. Вот это мы посмотрим. А-а-а, из гранатомета стреляем. Так, погодите, как нам тут? Нет, так мы не можем почему-то. Так, хорошо, куда? Ага, вижу. Сейчас это мы посмотрим. Достану я тебя, не достану. Так, кнопочку. И все же ты пытаешься. Дай-ка я обеспечу тебе музыкальное сопровождение. Ну что за сопровождение? Надеюсь, не с копирайтами. Музыка страданий исполняют рабы. Как раз для раба. Хорошая музыка. Арабская. Давай, давай, скорее, чтоб тебя. А вон и уже какой-то браток там стоит. На всякий случай мы его убьем. Да нормальная музыка. Че он? Че ему не нравится-то, братку? Встают фуфелы.
Ёб твою мать. Так, ладно, понятно. Ой, блин. Блестяще, блестяще они понасоздавали всяких мудилей. Да ладно! Прикасаются еще ублюдоны. Крейн. Крейн! Рейс говорил, ты придешь. Тебя стрелять! Черт возьми! Вот наша награда за то, что пытались выжить. Рейс предал нас всех. Я иду наверх, Карим. Я иду наверху и убью этого ублюдка голыми руками. Не туда! Мы заминировали два этажа над ним. Над нами. Иди через второй корпус, обойди как можно выше, а потом можешь вернуться. Охренеть. Прощай, Карим. Но не факт, что он хороший, кстати, был. Ты чё, веришь ему? Блин, браток, ну смотри. Понятно. Я надеюсь, без копирайта эта музыка. Карил сумел тебя предупредить. Он заслужил свою пулю. Ой, браток. Если бы ты еще был таким разговорчивым. Но с моей точки зрения, уравняем правила игры. Как уравняем? Ты чё? Ты чё, говнюк? Смотри мне. Блять, в какую жопу я попал? Как вообще сюда попал? Понятненько. Какую жопу я попал? Понятно. Так, взрывайся, браток, или... Ты не будешь взрываться? Да не, лучше не подходи ко мне. Он сейчас подойдет, да, как назло? Так, отойдите, блин, я тут... Слышь, я знал-то, что вот нельзя свалиться было. Тихо. Тихо, это, блин, было близко. Ой, блядь. Ну его-то, твою мать, откуда он-то здесь? Взмахивает своей дубиной, как Фред Флинстоун, блин. Так, понятно. Что, походу, не туда я, бля, пошел. Там кто-то, кстати, взорвался. Так, замечательно. Замечательно. Фух, не так легко все это, да? Как я планировал. Блин, ну вы чего, ребята? Так, я надеюсь, я с ними не буду. Кажется, больно ударился. Крейн. Дай-ка я добавлю тебе мучений. Ну, добавь. Что ты мне добавишь? Интересно. Блин, он все-таки вот где-то взял этих зомби. Видимо, в свой, так сказать... Зачем-то... Это что такое? В смысле, тут где-то был... Что-то не понял прикола. Так, как мне... Зачем фонарик у меня? Я отдаю решающий голос. Считай, что тебя исключили. Нет. Ага, понятно, я слишком... да, слишком долго. Я даю решающий голос, как... Попу. Ну а сейчас-то что не так? Я же, можно сказать, успел. Блин, видимо, на эти сраные плитки...
Литка кафель кляль. Все, давайте. Знаешь, Крейн, сколько людей... Ни одному еще, никому, никогда. Так, блин, я тебе руку отрубил. Сейчас вторую отрублю. Сейчас договоришься у меня. Считай себя членом клуба для избранных. Что ты прячешься? Гад. Вы... Клуб ликвидируется. Блять! Да что это такое? Я что, должен как принц Персии, что ли? Странно, я же думал, я выживу. Блин! Ну тут все как бы легко, надо разогнаться и все. В чем проблема? Не понимаю. Так. Да, бедняга Крейн. Его переполняют чувства, горит жажда мести. Бурлит от ненависти. Да. Эти чувства делают тебя слабым. Эти слова я где-то уже слышал. Где-то это я все уже слышал. Так, ну... Где он там? Уже скоро ночь будет. Добрались. О, наконец-то. Итак, снова лицом к лицу. Значит, мне уже не нужна эта штука. Ты в любом случае труп, Сулейман. Да брось, Крейн. Не делай вид, что тебе все равно. Сколько жизней зависит от этого диска? Сотни, тысячи, может быть, миллионы. Так, ёб твою. Блин. Ну... Черт возьми! Может быть, миллионы? Так. Я просто такой фигни не ожидал вообще никак. Но в одном ты прав, Крейн. Сулейман мертв. Это уже Хэви Рейн какой-то. Он умер вместе с братом в этом городе. А ты даже не здешний. Ты не знаешь, что такое страдание. Черт. Сейчас еще новые клавиши к ним пойдут. Тогда я точно спилюсь. Так, ФФФФ. Ну ты поймешь, Крейн, поймешь, что значит страдать. Наконец-то. Да, давай. Тебе не устоять, бей. Я не сопротивляюсь. Так же, как ты убил Тахира. Давай. Выкуси, сукин сын. Я должен установить свои правила. Вот тебе правило номер один. Ты будешь мучиться весь остаток своей мерзкой жизни. Не смей. Не смей делать этого. Докажи, что ты мужчина. Отомсти мне. Господи, можешь ты просто заткнуться? Так, а вот и братишки уже прилетели. Черт! А
как все меняется в мгновение ока. Если бы я остался в Каране, я бы умер от этой раны. Но теперь ты висишь на волоске от гибели, а меня ВГМ отвезет в госпиталь. Ну это не факт, конечно. Так, что ж делать-то? Я даю тебе право решить свою собственную судьбу. Отдай мне диск, и у Харана будут хотя бы какие-то шансы спастись. И я убью тебя быстро и безболезненно. Или можешь упрямиться и погубить весь город. Решай, пока я считаю до пяти. Раз, два... Ладно, ладно, бери! Вот крыса, а какая! Получай! А как тебе такое решение, козел? Блин. Да, нам тут, видите, как подфартило. Что ножичек он нам воткнул. Чего тебе надо? Раис говорил, у него есть результат исследований того ученого. Мы хотим лишь одного, найти вакцину, и даем тебе шанс. Добудь для нас недостающие данные, и мы тебя заберем. У меня есть миллион причин послать вас подальше, но давайте на минуту представим, что вы не считаете меня идиотом. Вам нужна вакцина, она где-то здесь, в городе, и пока она здесь, вы не будете пытаться проверить ваше... Крейн, а почему тебя так волнует, что станет со всеми этими людьми? Ты сам не здешний, для тебя это просто работа. Нет, уже нет. Я свяжусь с вами, когда решу, что делать дальше. Крейн, ты меня слышишь? Это Камден. Да, слышу, что нового, док. Закончен анализ образцов тканей. Результаты, думаю, слово «феноменальный» как раз подойдет. Крейн, если вы раздобудете данные из РЭ, я уверен, что вакцина у нас в руках. Отлично. Поговорим об этом при встрече. Да, ребят, вот на этом заканчивается игра. Ой, блин. Как вы поняли, естественно, будет продолжение, потому что ничего не понятно, вот что сейчас будет. Ну, мы можем только догадываться, что он там решит. Но понятное дело, что ВГМ он не захочет, скорее всего, данные отдавать. Но все как поменялось, да, ребят? Сначала он был за ВГМ, уничтожил те, помните, анимизин этот. Причем зачем-то все надо было сжигать. Черт, вот умные люди бы просто его спрятали, да и все. Нет, он решил зачем-то все сжечь, и потом уже, ну, как-то... Ну да, вот видите, он одумался, у него же все-таки... Черт возьми, миссия-то была именно работа на ВГМ. Ну а так вот он как образумился все-таки. Что сказать, ребят, в принципе, такая хорошая игрушка, но ужасно на Dead Island напоминает. Вот если бы она первее Dead Island бы вышла, это просто бомба была бы. Да и паркур. Нет, понятное дело, это все от одного разработчика, понятное дело, но вот этот паркур действительно мне это ужасно понравилось, поэтому я ставлю 9 из 10 этой игрушки. Ну, можно сказать, ну, за графон, естественно, понятное дело. Сюжет, на самом деле, так себе. Не очень как-то мне он понравился. Хотя, то же самое практически вот и в Dead Rising. Ну да, тут немного по-другому. Вот. Но вот паркур мне ужасно понравился. Ну, кто знает, я просто обожаю игрушку Mirror's Edge. Она
в моем топе первое место занимает вообще. И действительно хорошая игрушка. Я обязательно еще раз поиграю в нее. И даже, может, с Максом мы сыграем. Я не знаю еще толком, но игрушка мне ужасно понравилась. Спасибо большое, ребят, за просмотр. Надеюсь, вам тоже понравилось прохождение мое. С вами был Залиэл. До скорой встречи, дорогие друзья. Бай-бай.